Сейчас я нахожусь на самой крайней точке США, острова Кивест. Это пирс, на котором проводятся различные мероприятия, потому что такой вот есть символ. И к нему бегают периодически. Там вдалеке военно-морская база США. Это белый там шар. Вообще сегодня утро не солнечное. Вот солнышко как-то прячется. И, наверное, будет много-много дождя в ближайшие дни. Вот даже вот так. Вот так вот далеко там люди. Удочки. Океан, конечно, необычный. Необычный. Совершенно необычный. Красоты. Бьются о берег волны. Пальмы. Вот она, чайка летит. Обычная чайка вроде по размерам. Ой, какая туча надвигается.